Добрый день! Сегодня приготовим красивое и вкусное блюдо из риса. У него очень позитивный желтый цвет, а лимонный сок делает его весьма аппетитным. Блюдо принадлежит к индийской кухне, так что будет много специй. Итак, что нам понадобится? Рис. У меня это 2 пакетика по 80 грамм, как раз на 2 порции. Половинка или четвертинка лимона, в зависимости от размера. Немного петрушки на украшение, чтобы придать блюду свежести. Соль и оливковое масло. Можно использовать сливочное или подсолнечное. А еще, конечно, специи. Куркума, кумин, карри, черная горчица в зернах и палочка корицы. Замочим рис минут на 15-20. Нам не надо, чтобы он размок совсем. Нужно только, чтобы был не сухой. Сольем воду, оставим рис в дуршлаге, чтобы остатки воды стекли. Включите чайник, нам понадобится немного кипятка. Разогреем небольшую кастрюльку. Я делаю на 2 порции и много места мне не надо. Добавим туда оливковое масло, 4 ложки. Чуть погреем, закинем наши специи, карри, кумин и корицу. Дадим им немножко обжариться. Я еще добавляю немножко острого перчика чили. Это придаст блюду пикантность. Закидываем рис и немного обжарим его со специями. Буквально секунд 30. Интенсивно помешивая, чтобы рис не прилипал. Добавим кипятка, куркуму, посолим. Не добавляйте слишком много воды, чтобы не получилась жидкая каша. Если что, дольете позже. В итоге по консистенции рис должен получиться как на плов. Ставим на маленький огонь под крышку минут на 15-20, пока рис не будет готов. Периодически проверяйте, чтобы рис не подгорел. Если нужно, добавляйте кипяток. Когда рис будет готов, выключайте, выжимайте в него лимон, перемешайте, раскладывайте по тарелкам. Если вам кажется, что рис суховат, сбрызните его оливковым маслом или положите в тарелочку кусочек сливочного масла. Украшайте петрушкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!